Итак, друзья, приветствую всех. Сейчас мы будем смотреть апогей всего вот этого. Всей этой игры, скажем так. Рекс. Зарядка всего 1,1%. Ну, по идее, надо, чтобы он соточку зарядился. Нужны ресурсы для этого. Люди. У нас все это есть. Нам нужно поднять. Поднять. Людей. Ставить, апнуть, апнуть. Это даже не на полную мне. Нет смысла. Что еще? Видишь, не хватает. Не появится. Ну вот. Бывать ничего не буду, уже мне ничего не надо. Конечно, не пропал я снаряжение после до 5 уровня верная пушка. Самое лучшее оружие — это верная пушка оказалась. Того, что представлена 9 версия. Вот начальная, понятно, скоростная, она против одной цели, но можно без нее обойтись, потому что одна цель, если она жирная, в нее хорошо влетает верная пушка, прям очень хорошо. Если не жирная, понятно, уже красиво, просто зачищается. Враги, ладно, вот это можно дерево. Ой, зачем ты делаешь, что мне дерево дай лучше. И да, все в порядке. И руины сразу. Как видите, циклов прошло много с момента последней записи этой игры. Я решил не записывать, потому что, ну, все имеется подряд, потому что там в принципе одно и то же. Копишь ресурсы. Враги только повышаются, да? Быстрее и больше их. Так-то. Играл, короче, в своем темпе, поэтому так долго было.
Так, осталось меньше 2%. Вот, давайте. Посмотрим концовочку этой игры. Внезапно. Щит нейтрализации активирован. Нейтрализующий щит полностью заряжен. Странное чувство переполняет вас. И вдруг все ваши технологии сходят с ума. Нейтрализующее поле активировано, технологии сновидений больше не работают. В нескольких километрах вокруг вашего города. Людям придется учиться работать с примитивными инструментами и простыми Тесла-технологиями. Больше никаких искривлений реальности. Не летать больше вашему городу, но самое главное, больше никаких сонных морков, пытающихся сожрать ваших людей. Все, на этом действие альфа закончено. Нам пишут. Продолжить игру? Нет. Вот такая вот концовочка, которую я хотел вам показать. Спасибо за внимание, ставьте лайки и так далее.